Мотя! Тебе надо вызвать няню. Няня к вашим услугам. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Давай, давай, Данич, догоняй его! Бомжару этого! У него гранатомет! Давайте скорее! Убегаем! Ай. Недолго тебе осталось, странная няня! Добрый день, мне необходимо с вами проконсультироваться. Здравствуй, я ждал тебя. Для тебя есть кое-что важное. Он пришел, как вы и сказали. Ознакомлюсь с материалом дела и предоставлю необходимые рекомендации. Передайте доктору, мы выяснили, где в следующий раз откроется портал. Да хранит нас могучий ультразавр. Как ты мог заметить, мы не просто сервис по ремонту ноутбуков, а также секретное агентство специального назначения по поиску и устранению аномальных активностей из параллельного измерения. На протяжении 4,5 серий вы сражаетесь со странной няней, и все это время мы наблюдали за вами. Но вы близко не догадываетесь, с кем имеете дело. Странная няня — это никто иной, как киборг-андроид из параллельной вселенной. Используя свой нано-камуфляж, он может принимать любой вид, например, бомжа или извращенца в длинном плаще, что позволяет ему действовать скрытно. Все его действия были заранее спланированы. Под прикрытием няни он устроился к вам на работу для сбора информации, а когда вы его выгнали, то подсунул вам разработанную им же игру про себя самого на виртуальный шлем, благодаря чему он скопировал все ваши нейроданные. Телевизор же был ему нужен для открытия портала в свое измерение и переноса всех нейроданных некой заинтересованной в этом организации. Эта информация им необходима для реализации съемок оригинального контента на видеохостинг из своего измерения, на котором абсолютно отсутствует оригинальный контент. Все авторы крадут идеи друг у друга и снимают одинаковое, неинтересное и скучное видео. Он был послан руководством хостинга для кражи идей у самого перспективного начинающего ютубера, у Матвея. Но вы смогли ему помешать, и теперь он намерен похитить Мотю и перенести его в свое измерение. Создать точную копию канала Моти Бегемотик и бесконечно запиливать оригинальный контент, что сделает этот канал самым топовым в их вселенной. Единственный способ помешать их коварным планам – это найти древнего могучего бабазавра и заполучить силу космического ультразавра. Только сила ультразавра поможет справиться с совершенными кибертехнологиями странной няни. И только Мотя сможет победить странную няню и всю эту вторичность и однообразие на ютубе, что она символизирует. Скорее в путь на поиски, да хранит вас сила ультразавра. Звучит как бред сумасшедшего, и вообще я пришел просто починить ноутбук, так как мне рекомендовали ресет-сервис на разъезжий дом 1 как лучший сервис по ремонту ноутбуков в Санкт-Петербурге. Но у меня нет оснований вам не верить. Вы хорошо осведомлены, и сразу видно, что серьезная организация. Мы незамедлительно отправимся на поиски. Идите и найдите бабазавра. Координаты предполагаемого места обитания могучего ящера я отправил на твой смартфон. Мотенька, ты его не видишь? Нет. Пойдем, нам надо его найти. Да. Пошли скорее, нам надо найти бабазавра. Папа, у меня нету. Есть, есть, Мотенька, пошли, нам надо ее найти. Ой, я боюсь. Она поможет нам, нам нужно найти бабазавра, чтобы она передала нам
силу космического ультразавра. Да. И мы смогли победить странную няню наконец-то. Да. Ты сможешь? Да. Получить силу? Да. И победить? Да. Молодец. Давай вперед скорей. Да. Поехали скорее. Сколько тут корней? Нам надо туда, наверх. Где бы нам пробраться-то? А Вел? Вел придется оставить здесь, зайчик. Пошли. Лезь наверх, я тебе помогу. А мой Вел наверх. Наверх мы. О, гриб. О, гриб. Нет, это как а гриб. Пошли. Ой. Дальше. Нам надо пробираться сквозь эти чащобы. Ой, они колючие. Колючие, да, это же елка. Она не дала идет. Давай, давай, почти поднялись. Аккуратно в паутину головой не залезь. А вот. Где он? Во, молодец, мы поднялись. Да, я была. Дошли, Матинка, смотри, вот. Где? Пять. Вы дошли. Где? Пять. Вау. Вон она. Это странная няня, он нас выследил! Куда это торопитесь? Прячьтесь, спасайтесь, я его задержу! Алло, Танич! Срочно на помощь! Мы на обсерватории! Меня схватил странный гопник! Тащит в лес! Давай, давай скорее! Я один с ним не справлюсь! Мотя, отойди, это опасно! Отойди, Матвей! Отдайте мне Матвея, я заберу его в свое измерение, и больше никто не пострадает. Я пришел за ним.
Мы не отдадим тебе нашего Матвея, и ты не будешь наживаться на его славе! Тогда готовьтесь все вместе переместиться в мою вселенную! Это мой дрон-телепорт! Вы переместитесь туда! И останетесь там налично снимать контент! Ой! Ё-моё! Вот так-то, странный гопник! Тебе ни за что нас не сломать! Что ты сделал с моим дроном? Я его уничтожил! Иди сюда, давай сражаться! Девки, нам надо было! Матвей! Не подходи к нему! Нет, Матвей! Не подходи! Нана, отдай мою папу! Я буду бить Таню палкой! Отдай мою папу!
Как хорошо, что все это наконец закончилось, и с помощью Моти мы избавились от этого сумасшедшего. Моти превратился в ультразавра и победил няню-гопника, киборга из будущего. Мотенька, ты молодец, дай 5. И маме. Все, няня больше нас не побеспокоит. Давай руку, Мотенька. Да, давай. Да, пойдем. Да, пойдем. Все, идем. Бензопилу вместо электричества. Вы справились со странной няней, но вам не победить доктора Шприца.